Американский президент Джо Байден начинает европейское турне с Великобритании. Программа пребывания в Европе Байдена насыщена событиями. В предстоящие дни он проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите группы семи. 13 июня Байден и его супруга Джилл будут приняты королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Затем американский лидер направится в Брюссель, чтобы участвовать в саммите НАТО и провести переговоры с главами стран Европейского Союза. На 16 июня в Женеве запланирована встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. На встрече с американскими военными по прибытии в Великобританию Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но намерены отвечать на те шаги Москвы, которые считают недружественными.